немецкой власти выдать. И от того, что они сейчас они не слушаются, потому что Библа — это нормально. Все интервью Михаила Миллера слушайте rusnovosti.ru. Русская служба новостей. rusnovosti.ru. Сука, ёбнутая, блядь! Thank you.
тем более туда, пока с баулами дотащишься, вот, на Лебединский рог, оттуда автобус. Опа! Ну что такое? Хрена себе. А что это? Да что, авария, что? Я не посмотрела. Вот это да. Долбоёб, блядь, что ты делаешь-то? Баран! А общий зеленый свет для всех. И когда начинают машины движения, и пешеходы начинают движение, и вот тогда начинает путаница. Автомобиль, поворачивающий направо, понимаешь, что ой, блядь! Зеленый то и должен быть красный, конечно. Да, они думают, что и зеленый то и красный зеленый. И вот здесь такая ситуация скандальная. Я не знал, куда он согнал. Опасно развивается. Ебать! Вот это были понты.